Че, ребятки, вот мой улов. Килограмм, наверное, 12. Вот, с Русланом сегодня рыбачили. Отчетик такой. Вот здесь Русланина карасики. Вот такие вот лопатульки, друзья, вот, по сравнению с Русланом. Ну, рука вот. Да, вот. Нормальный, да, лапать? Классный. Короче, ребята, рыбачили мы, ну, на вот таких вот местах. Короче, ребятки, ждите отчет. Будут длинные видосы на премьере, все будем смотреть. И взрыв-пакеты. И взрыв-пакеты будут, короче, после гороха. Короче, ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчики. Всем пока, друзья. С вами был Fisherman Hunter и Руслан, участник в нынешних роликах. Он, кстати, фигурирует много уже. Приехали на вот этом вездеходе. Все, короче, нам домой пора. Ну все, ребята, река Оша, большие Туралы. Вот, сегодня у нас 14-е, да, вроде? Да. Июня 2019 года, ребята. Вообще ништяк, короче, рыбалка сегодня удалась. Вода высокая, блин. Мы уже сюда приезжали один раз нынче, но у нас как бы не было поклевок нормальных. Сейчас вот Руслан пой. Обычно не снимают. Я понял. Ну ладно, давай. Открывай. Номер, давай. Ну вот, друзья, сегодня как-то так мы отрыбачили. Отловили карасей. Результатами, конечно, мы довольны, да, Руслан? Ну, конечно. Нормально порыбачили. Посмотрите видео потом. Да, посмотрите, кстати. Дальше будет интереснее. Короче, советую вам подписаться на канал, ставить колокольчик, ставить лайки, делиться видосом, ждать лещевых рыбалок, а также на стерлить, там что-то лежит, походу, на стерлядочку, возможно, на налима. А самое интересное, я думаю, будет со щукой рыбалка. Ну и осенью будет, на РТШ донная рыбалка. Что вы обещаете, какие прогнозы у вас будут по рыбалке осенней? Жесткие будет, монстров прям, это, ездей, короче, лещей ловить будет. Да, так что, ребята, вам будет очень интересно. Садок там вот реально твой будет, он чересчур будет мал, мы сахарные 50-килограммовые мешки будем. Ну это будет класс, да. Нет, серьезно? Да я верю, я знаю, как ясь клюет, как бы я сильно на него не угадывал. У меня знакомые рассказывают. Не угадывал? Постоянно. Я на язя сильно непрофессионально рыбачу. Я, можно сказать, для меня вот... Он клюет классно там, прям вообще, он долбит прям, ой, там аж вот так вот. Да, друзья. Но Руслан как бы высший специалист, поэтому он приехал из Иркутска, он чемпион по ловле тайменя. И вот сейчас как бы он покоряет язевые рыбалки, он здесь осенью частенько их ловит язей. Вот, как-то так. Кстати, можете подписаться на его канал тоже. Потом. Да, потом. У меня его сейчас нет. Но будет интересно. Да, будет интересно вам там. Особенно тому первому подписчику, который подпишется на него. Будет очень интересно смотреть на его пустые плейлисты. Вот так вот мы махерачим. Нам, короче, осталось... До дома примерно 20 километров. Дорога вообще плохая. Дорога вообще огненная. Огонь. Ямы одни. Ямы, да.